Кубка Америки. Так, наверное, будет правильнее. Бразилия играет против Боливии. Кубок Америки. А вот Пеле никогда. Нестор Питана из Аргентины. Общий план был вполне обычным. Сборная Бразилии сегодня играет вот в такой обструкцию. На стадиона Мурумби попадают гости. Штрафные удары. Аргентинский арбитр. Первый фол фиксирует со стороны гостей. Так вот, Филиппе Луис играет под шестым номером слева в обороне. Справа Дани Алвес, номер 13, центральный. И вот его команда атакует. Ришарлисон прострел. Очень опасный момент. Подбор за боливийца Бехарана. Шестой Эрвин Саведра. Четвертый Луис Акин. Это Дана как будто бы сам собирается удариться штрафного. Но бьет другой футболист. И еще одна попытка. Мощнейший выстрел. Угловой, также первый в сегодняшнем матче. Один из любимцев Тите, Филиппе Каутиньо, в стартовом составе. Вообще состав, конечно, вызывает очень серьезные, не то что вопросы, это просто неожиданность. Ведь появление Фернандиньо вообще в заявке, а не Дани Алвес. Подача на дальнюю штангу, подача. Давид Нерес мягко принял мяч и пас на Каутиньо за Фирмино. Пускается поглубже Роберто Фирмино. И здесь интересная игра с огромным количеством замен. Подача, скидка. Тем временем бразильцы атакуют и сами нарушают правила. Сборная Бразилии сколько там ударов нанесла по воротам? Под 20. И все равно проиграла 1-2. Хотя тот матч, наверное, больше Бразилии вспоминают не в связи с выдающейся игрой, а в связи с тем, что вот этот футболист, который сейчас владеет мячом, игрока Эвертона, и мягкий заброс от Фернандиньо, скидка головой, кто будет бить? Нерес сыграл. Впрочем, его отсутствие, наверное, ожидалось, потому что смена поколений. Самый скучный 0-0, который я видел вообще в жизни. Но на матч пришло 56 тысяч зрителей. Все были довольны, реагировали на каждый удар по мячу. Угловой. Тем временем в матче Бразилия-Боливия. Высоко. Вообще подач на первых минутах много у сборной Бразилии. Это объяснимо, во-первых, тем, что на флангах много работы флангами. А в середине определения сколько игроков сборной Боливии. Там они стараются именно за счет количества отрезать полузащитников. И, в частности, без Филиппе Каутиньо оставить бразильскую атаку. Поэтому раз за разом бразильцы... Итак, красная карточка. Да, желтая карточка. На чемпионатах Европы и были, то очень давно, или на чемпионатах мира, да? А здесь, пожалуйста, на голубом глазу. Например, когда были гимны, диктор по стадиону объявил, что Дани Алвес тут как тут, уже в атаке. Только что вбрасывал мяч, как вы помните, практически от углового флажка. Технично разобрался Ришарлисон, очень быстрый футболист. И нынешний сезон в Эвертоне он тоже провел очень здорово. Атаки, подача и, внимание, Ришарлисон, мощнейший прострел и угловой. Англичане, например, считают счастливой красную форму, в которой они выиграли чемпионат мира 66-го года, но сколько с тех пор? Кубок Америки. Который, кстати говоря, после второй мировой... А это ошибка, ворота пустые, удар по воротам, сбивает с ног Ришарлисон Хусино. Атака продолжается. Дани Алвес красиво обыграл соперника. Отборочного турнира к чемпионату мира. Казимиро играет на опережение и с мячом Филиппе Луис, который пасует на Давида Нереса. Тот закладывает свой любимый ход. Очень быстрые ноги, очень быстрые ноги. Подача. О, как интересно разыгран мяч. И вот тут едва не застали боливийцев врасплох бразильцы за счет какого-то очень эксклюзивного розыгрыша. И боливийцы зарабатывают аут. Давид Нерес. Фернандини играет головой, играет не точно. Там, на перехвате сыграл. Подача. Опасно не будет. Подачу выполнить, что, кстати говоря, и происходит. Справляются защитники. Вильегас аплодирует им. С помощью Филиппе Луиса идет в атаку. Еще одна подача. Каутиньо не ожидал, что мяч вынырнет из-за спины
защитника. И как-то неловко сыграл головой. Прострел. 16 июня 2015. Вот он снова подхватывает мяч. Боливийцы его разыгрывают, но никто не думает останавливаться, потому что лежащий Морено игнорировали, хотя он вмещает еще больше зрителей, чем даже этот старичок. Так закончился первый тайм. Да, публика здесь требовательная. Сан-Пауло яркий футбол показывает. И пенальти. Пенальти. Puede ser el primero, Филипп, que toma las riendas. El disparo de Коутиньо, se ve nervioso. Коутиньо, гол! Счет в матче, в котором у них намечались серьезные трудности. Направо, вот это неплохо. Продолжают атаковать бразильцы. Подача, пустые ворота, и счет становится 2-0. Это все тот же Филипп Коутиньо, на которого на всех парах бежал еще и вратарь. Но у Карлоса Лампе не хватило расторопности остановить Филиппе Коутиньо. И игрок Барселоны делает дубль. 2-0. За считанные минуты игра из сложной превращается в простую. И Бразилия забивает уже два. Сейчас нет в составе. Забил мяч с пенальти. Даже угловой, его появление, не появление, вернее, в заявке, полная неожиданность. Свои сборные отбровки вызывает регулярно, вне зависимости от того, как они выступают. Что там на уме у Тита и какие эксперименты он планирует. Знаем, есть еще и другая часть чемпионата. Прострел. Согласитесь, в Аяксе удар поворотом. И таким образом Давид... За счет его техники, тактических ходов очень много. А я с этим. Подача. Так будет все-таки правильно. Вообще он Леонардо Гутьерес. Вака — это скорее прозвище. Один из примеров для нового, скажем так, юного поколения бразильских футболистов, которые знают, как вырваться из нищеты за счет своего таланта. Вот поэтому его здесь, в Сан-Паулу, воспитанника Палмейраса, встречают аплодисменты. Тиньям. Пастор забрался. Габи Жезус. Удар, рикошет. И мяч летит на угловой. Команд. Это вот новый интересный формат. Давид Нерес. Подача на дальнюю штангу. Ух, какой отличный пас. Чего не скрывая. А во-вторых, он никогда не скрывал, что хотел бы в первую очередь тренировать сборную Бразилии. И когда его мечта сбылась, он рассказывал, что расплакался, когда ему предложили возглавить сборную Бразилии. Тогда дома его жена присутствовала при этом, у него были большие сомнения. Но в итоге именно супруга сказала, что это мечта всей твоей жизни, и глупо от нее отказываться, просто потому что ты не... Еще одна замена готовится в составе сборной Боливии. Много единоборств, много остановок, и снова в пользу сборной Боливии это... Нарушение правил. Гест, о котором я уже сказал. Подача. Что, угловой еще один, да? Пока угловые в этом матче подают только бразильцы. В отличие, скажем, от Станислава Черчесова, бутылки с водой не разбрасывает. Ну, а вот пенальти Филиппа Коутиньо и его забитый мяч после передачи Роберто Фирмино. 2-0. Бразилия впереди. И пока этот щелк, потому что он прима и требует к себе особого внимания. В то время как здесь даже большие звезды работяги. И вот смотрите, что творит. Что творит работяга Эвертон, который только вышел на замену и уже сотворил по-настоящему крутой гол. Под разговоры о Неймаре и о том, что без него сборная Бразилии лучше, Бразилия забивает очень красивый мяч и доводит простую победу до крупной. 3-0. 3-0.
И Эвертон выполняет потрясающий вираж. Мяч аж 15 лет назад. И сегодня это тоже не случилось.